Антон, а как получилось так? Ведя 2-0, упустили победу. Не знаю, наша болезнь, наверное. Не при счете 2-0 играть в свою игру, продолжать дальше активно играть, а мы прижались к воротам. Пропускаем один гол, начинается, я не знаю, психологический какой-то. Начинаем вообще к воротам прижиматься, там практически вообще не играли. А за счет этого получаются ошибки, все равно счет нельзя сохранять, надо свою игру играть. А такой вопрос, все-таки, что произошло с командой? Давили-давили Сибирь, два периода, а в третьем развалились немного. Не развалились, а они вышли после перерыва настроены. Очень было хорошее движение, они очень были быстрые, нас просто зажимали. Разговаривали, но не выполнили тренерскую установку. Работаем дальше, все без поражений, спорт.